Скоро Новый год. Кто не успел нарядить елочку, признавайтесь. Ребята, всех приветствую на нашем канале. Новогодняя акция у нас продолжается. 8 договоров уже сделали буквально за несколько дней. Вот, мы продолжаем вам показывать не только наши работы, а ориентируем еще вас по поводу аренды. Вдруг у вас есть желание, допустим, сделать ремонт и сдать вашу квартиру. Вот Анастасия у нас сейчас расскажет по поводу квартир, которые здесь есть. Так, ну вот, как обычно, я заранее подготовила несколько вариантов. Получается, у нас первая квартира – это жилой комплекс «Фрукты». Квартира 50 квадратов. Давайте посмотрим фотографии быстренько. Так, вот такая вот квартира. Неплохой ремонт. Что у нас тут по описанию? По описанию. Стоимость проживания до июня 45 тысяч в месяц. Оплата за первый и последний месяц. Далее стоимость аренды за один месяц 55 тысяч. Так, далее смотрим. Далее у нас тоже жилой комплекс «Фрукты». Это студия 35 квадратов. Фотография, посмотрим. Так, тут видео у нас включилось. Тоже неплохая студия. Первый этаж, обратите внимание, 50 тысяч в месяц. По описанию у нас цена проживания в месяц 55 тысяч. Оплата по счетчикам воды, электричества и интернет. В сезонный период с 1 июня по 31 октября квартира сдается только посуточно. Возможно снять квартиру на один месяц по цене 65 тысяч рублей, все включено. Такие вот условия. Далее. Далее у нас двухкомнатная квартира 60 тысяч в месяц. Это тот же комплекс «Фрукты». Такой обычный, простой эконом-ремонт. Описание у нас. Так, до моря 15-20 минут пешком. Оплата 65 тысяч в месяц без повышения на лето. Или 60 тысяч до мая, далее 70 тысяч плюс оплата коммунальных услуг. Далее. Далее у нас студия 35 квадратов. Это у нас ЖК «Флора». ЖК «Флора», 35 квадратов, 35 тысяч в месяц. Тоже такой простой ремонт. Так, посмотрим, что тут у нас по описанию. Длительно до мая 35 тысяч плюс коммунальные услуги. Страховой депозит 20 тысяч. Комиссия 10 тысяч рублей по факту заселения. Так, ну, до мая месяца сдается, потом, скорее всего, она посуточно сдают квартиру. Так, смотрим далее. Квартира, студия 26 квадратов, 35 тысяч в месяц. Это у нас жилой комплекс «Флора». Так, такой ремонт. По описанию смотрим. Так, запрещено курение, запрещено с животными. Вечеринки и громкая музыка тоже запрещена. Депозит 20 тысяч при заселении, при выселении. Аренда 35 тысяч в месяц плюс коммунальные платежи 2-3 тысячи в месяц. Далее у нас идет тоже студия 24 квадрата. Это у нас жилой комплекс «Летний». В «Летнем» я нашла только одну квартиру, которая сдается на длительный срок. Вот такая вот студия у нас. Представляете, ребят, столько квартир построили, все говорили, маленькие-маленькие. Вы посмотрите, одна всего лишь студия, которая по объявлению. Да. А как говорят все многие, что, ой, знаете, сколько там объявлений, сдать не могут. Вот, тем не менее, самим интересно было, хотелось побольше вам вариантов-то. А, да, смотрите, но описание такое же, как и в предыдущем объявлении у нас. Курение запрещено, животными запрещено. Это, видимо, вечеринки, риэлтора. Да, запрещены, скорее всего, это риэлтор. Еще и комиссия. Депозит 20 тысяч, аренда 30 тысяч, плюс коммунальные платежи оплачиваются дополнительно. Так, далее у нас идет
двухкомнатная квартира, 80 квадратов, это жилой комплекс Альпийский квартал. Да, 80 тысяч, прошу прощения. Так, 48 квадратов. Полуторка, наверное. Да, вот такой вот ремонт. Угу. Ну, ремонт хороший, нормальный, симпатичный, да. Этаж высокий. Так, что тут по описанию? При заезде оплата за первый месяц и страховой депозит в размере месяца. Ну, получается, сколько? Первый и последний 8, месяц, да. Грубо говоря. Да, коммунальные платежи в стоимость не включены. То есть еще плюс коммуналка к 80 тысячам прибавляется у нас. Далее. Далее у нас также Альпийский квартал. Квартира-студия 32 квадрата, 50 тысяч в месяц. Так. Простой такой ремонт, стандартный. Посмотрим, что у нас тут по описанию. Так, описание, что там имеется. Так, снять квартиру, так. Свободно будет с 15 декабря. Про повышение ничего не указано. А, в сезон. Единственное, что с 15 декабря только запускать начнут. Да. Далее у нас... Что это у нас? Альпийский квартал тоже. Двухкомнатная квартира, 48 квадратов, 95 почти тысяч, да, в месяц. Такой вот ремонт. Хороший дизайнерский ремонт, да. Да. Просторный санузел. Так, квартира полностью укомплектована. Так, но про повышение здесь тоже ничего нет. Чем больше квадратура, тем она дешевле, так сказать, выходит, да, по сути. Но вот здесь, в данном случае, посмотреть, почти 100 тысяч рублей, да, выходит, это 48 квадрат, 2 тысячи за квадратный метр. Если я раньше ориентировал вас там по 1000 за квадрат, например, да, и мы это рассматривали, в том числе и в сезон летний какие-то были, то сейчас даже зимой по 2 тысячи за квадратный метр. Но ремонт отличный, тут спору нет. Так, да, ремонт неплохой. Так, следующее у нас это Аллея Парк, жилой комплекс. О, здесь мы много ремонтов сделали. Да, здесь студия. Стандартные вот эти студии. Некоторые их называют сосисками, но, в принципе, для 1-2 человек вполне сойдет. Да, больших я не нашла, двушек, например, в объявлении. Вот все вот такие студии. Студия 27 квадратов, 35 тысяч. Второй этаж, обратите внимание, это даже не видовой этаж. Да, вот такой вот ремонт. Тоже аккуратненький. Да, посмотрим, что по описанию у нас. Риэлтор сдает, он сразу да, снизу. Депозит посуточно, на длительный срок. Есть другие варианты. Да, 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 5 тысяч, от 5 тысяч до 40. Заселение возможно в любое время по договоренности. Есть другие варианты, да, это риэлтор. Вот. Ну вот маленькая студия 35 тысяч. Вот сейчас многие сейчас начнут сравнивать, что это же, посмотрите, какая стоимость этих квартир. И вот сейчас ли сдавать. Но по сути дела это люди, те, которые покупали еще на этапе стройки. Там цены были другие. Угу. Так, и вот еще у нас одна студия. Это тоже жилой комплекс Аллея Парк. Студия 30 квадратов, 40 тысяч в месяц. Ну они вместе с балконом их считают. 30 квадратов, правильно? Ну, скорее всего, стандартные, да. Стандартные все. Да, там стандарт 27 квадратов. Мы три балкона делаем. Говоря. Что там по описанию? Ну, это хотя бы выше так, уже. По описанию у нас на лето повышение 85 тысяч в месяц. Вот такая цена летом за такую студию. Студия с балконом. Больше информации нет. Получается, до лета стоимость 40 тысяч за месяц. Летом такую студию можно снять за 85 тысяч. Так, далее. Вот хотела для вас найти дом, но ничего подходящего у меня не удалось. Мне не удалось найти. Нашла вот в районе Веселого дом 200 квадратов, 160 тысяч в месяц. Вот такой. Ну, старенький ремонт не такой. Новый, абсолютно не да, новый, вот такой вот дом 160 тысяч в месяц. Поэтому у кого есть... дом, где необходимо коттеджи, где необходимо сделать ремонт, и обращайтесь к нам, мы вам с радостью поможем в этом.
Так, ребят, ну вот такие вот вы видите цены, да, в том числе и вот Настя попросила, Настя, найди дома, дома. Вот мы сейчас начали ремонтировать все больше домов, и, может быть, кто-то захотел бы их сдавать, например, да, ну что иметь дом, допустим, для летнего отдыха, а вне сезон можно сдать, даже вне сезон не нашла, да, ничего нету. Поэтому аренда очень интересная. Несмотря на сезонность, которую многие говорят, вот зимой будет очень много вариантов, которые никому нафиг не нужны будут. Честно говоря, мы это не заметили. И мы это показываем локально, ежемесячно, какие вот появляются, может быть, много сразу предложений, которые надо отсеять, например, да? А тут буквально вот выжили из того, что есть. Можете сами зайти и посмотреть. Мы абсолютно не преувеличиваем. Например, если мы говорим про фрукты, да, вот сейчас мы вам показали 30% от фруктов, да, что в этом сегодняшнем видео. Но надо понимать, там сколько корпусов. Там 12, по-моему, или 13 этих корпусов. И на весь этот объем, ну, буквально там 5 объявлений, там, да, там, может быть, даже если с десяток, например, бы нашли. Это не так много. Ну, на самом деле. Поэтому говорить о том, чтобы покупать сейчас квартиру и обязательно ее сдавать в аренду, я речи не веду. Лично за свой проект я отвечаю сам. То есть у меня были деньги в недвижимости в Сочи, я продал дом, купил квартиру в Сочи, потому что мне так удобно, да, потому что я так хочу. И как бы из-за этого и купил ее дешевле, ниже рынка. И поэтому как бы я считаю, что это нормально. Те люди, которые, возможно, покупают сейчас по конским ценам от застройщика по 500 тысяч за квадратный метр и пытаются потом ее сдать, тысяч за 40, за 30, да, ну, здесь по себестоимости и выгодности я здесь никакой не вижу. Поэтому нужно смотреть вплоть до вторички. Поэтому будем рады помочь, если вас заинтересует ремонт, если вы купили квартиру, даже вторичку, например, да, в старом фонде, хотите сделать, привести ее в порядок, сделать хороший качественный ремонт и сдавать, например, получать какой-то пассивный доход, почему нет? Если она у вас уже есть, если вы ее уже давно купили, если вы покупали что-то на этапе строительства, и вот у вас уже квартира стоит, и вы не можете принять какое-то решение. В общем, видео, если понравилось, поставьте лайк, ждите следующих обзоров. Мы по-прежнему будем следить за арендой, потому что это часть, так сказать, что продаж, что аренды, интересует нас, потому что многие выбирают именно недвижимость с целью дальнейшей сдачи в аренду, в том числе и посуточно. Хотя посуточно не наш профиль, но тем не менее многие этим зарабатывают. Пока!